В Белореченске в рамках муниципальной целевой программы приступили к ямочному ремонту дорог. Контракт с подрядчиком заключен на сумму около 2,5 миллионов рублей. Менее чем за месяц столько будет идти ремонт. Планируется залатать 2,5 тысячи квадратных метров. Подробнее расскажет наш корреспондент. Улица 40 лет октября стала одной из первых, где приступили к ямочному ремонту дороги. Латки на асфальт здесь ставят методом горячей регенерации. Одним из преимуществ горячей регенерации является полная заделка ямы в течение 9 минут. То есть от момента нагрева дорожного полотна до полного залатывания проходит порядка 8-10 минут, что позволяет достаточно быстро и оперативно реагировать на заявления от администрации и очень быстро решать проблемы с ямочным ремонтом в городе. На ямочный ремонт из городского бюджета в рамках муниципальной целевой программы выделили 2,5 миллиона рублей. Планируется отремонтировать около 2,5 тысяч квадратных метров дорог. Приоритет отдается первоначально на центральных улицах города, где проходят маршруты общественного транспорта, где расположены школьные и дошкольные общеобразовательные учреждения, социально значимые, после чего будет выполнение работ на второстепенных улицах. Уже сейчас частично завершен ремонт на улицах Толстого, Таманской армии, Интернациональной и Красной. Как сообщили в администрации города, первый этап работ по ямочному ремонту завершат 20 апреля текущего года. Саида Кикова, Сергей Чернецов. События, люди.